Сегодня мы посмотрели, в каком состоянии находится здание, пригласили коллег из Министерства строительства Амурской области, поставили задачу. Видим алгоритм действий, сейчас будет изготавливаться проектная документация, после этого будет проведен ремонт кровли, потому что без этого фасад невозможно будет сохранить, и архитектурная экспертиза, историко-архитектурная экспертиза по, собственно, историческому зданию с выстраиванием всей линейки работы, всего алгоритма работы по восстановлению исторического облика этого здания, подсветки архитектурной и так далее.